Всем привет, друзья, с вами Фризен. Продолжаем Сому. Так, в прошлой серии мы проникли на станцию Омикром и начали там шастать, искать костюм. А чтобы достать костюм из хранилища, нам нужно найти гель, какие-то чипы, всякую фигню. Так, Саймон нашел энергокостюм с трупом внутри. Ага, теперь он должен помочь Кэтрин перенести его разум в мертвое тело, чтобы они вместе продолжили путешествие в бездну. Для этого нужны три компонента. Немного структурного геля, энцефалочип, работа и энергоблок. А, робота, работа и энергоблок. Так, чип у нас есть, гель у нас есть. Остался энергоблок. Ладно. Ух ты, блин. Я испугался. Я вначале подумал, что я вообще внутри камеры оказался. Фух, аж мурашечка пошла. То есть, ты прикинь, я появляюсь. До этого я бегал по коридорам, и тут бац. Я сижу в центре комнаты, в которой скримота. Фух, блин. Так, на чем мы остановились? А монстры? Монстры-то есть? Ага, здесь смотри, спуск вниз. А пофиг, пошли вниз. Нет, это высота не так глубоко. Так, давай зайдем вначале вот в эту лестницу. О, кстати, да, есть лестница куда-то наверх. Но зайдем вначале в эту комнату. Блин, чё у меня так все плывет? Может, потому что я... Укольчик. Промахнулся. Давай зарядимся. Может, тогда меня перестанет мутить? Или... Оу-ля-ля. А чё я сломал-то? Я что-то явно сломал. Ну потому что я не могу это терпеть. Все вот это мыло, которое было перед глазами. Сейчас реально как-то качественно стало. Чё там у вас? В Сому играли? Доигрались. То есть компьютер я теперь не потыкаю, да? Ой, какие-то личинки, рыбки. Какая интересная лаборатория. То есть вам мышей стало мало, вы начали еще и рыб сюда подключать. А есть что-то полезное для меня? Только не говорите, что я на всем этаже вырубил освещение. Вроде нет. Мужчина, не паникуйте. Это самое начало, да? Куда мы сунулись. Стоп, а где же тогда лестница наверх была? Да не, туда я не хочу идти. Там костюмы. Там выход. Или я так топаю, или я чем-то булькаю. Это... А мне туда нафиг не надо, да? Ладно. Я все мужчину жду. А, вот она, ё-моё. Так, какие-то холодильники, кондиционеры. Почему надо так подниматься так высоко? Алло, есть кто? Возможно, я там смогу походить. Но это не точно. А, так мне нужен доступ какой-то. Только у меня его нет. А у него крышка есть? У мужчинки этого.
А то как прыгни сейчас на метр три вверх. Так, это средний уровень. А, точно. Выбрал неверный этаж. Сфига ли. Мы страдаем? А, верхний, реально верхний. И что? Типа ты все выключил? Реально. Давай, мужик, не страдай там. Хотя, может, они реально там страдают? Лампочки нет, а звук лампочки. Блин, я думал, то что за... Что это за растишка из нее вытекает? Ну, просто оторванная голова и какая-то... розовая жижа. Оказалось, нет. Кремиком, да, значит, ручки мажем? Или это крем для лица? С мощным эффектом. О, все на японском. Юх. Так, здесь у нас что? О, это открывается, я знаю. Все пусто. А нам нужно найти энергоблок. О! Где микроволновка? Смотри, еще свеженькая. То есть ни плесени, ничего. Нормально, хавка. О, микроволновка. Положи. А, она сломана. Духовка тоже не работает, да? Жаль, сейчас бы открыли бы, похавали. Стоит у вас какие-то салфеточки, кремики. Потерял. По столам не полазить. Опа, дай-ка сюда. Комп дай. Да дай компьютер. Нет, рано. Давай вначале человека узнаем. Так, люди перестали со мной общаться. Это очень странно. Так. Johan Ross was found dead on climber this morning. The ARC team went down a couple of days ago, but I see no reason to suspect them playing a part in his death. The climber can't be operated from the abyss, so there was a scheduled retrieval. The climber returned with only the lifeless body of Alpha member Johan Ross. No traces of the ARC team. Cameron Eames Lansky, all studying the body inside containment. Деленда С. Угу. Говорит, что из бездны подъемником управлять невозможно. Они отправили туда человечка, но когда вернули его, он был без головы. Кстати, ты пока это слушал, реально задался таким вопросом, а почему все безголовые? Вроде... Они не на такой глубокой глубине, не такой большой глубине, чтобы от давления лопались головы. The WoW has been getting more aggressive, pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johan Ross would be the perfect person to ask why the WoW is making such a big buzz about his passing. After all, the WoW isn't supposed to mourn anything, and definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably. Headaches, loss of sleep, unwarranted stress. And it seems to be getting worse. I could use some advice, if you can get through. Деленда Эст. Так, многие замечают одну и ту же картину, что после сканирования у всех начинают болеть головы, проявление агрессии и всякое такое. И даже вот те, которые пересадили сознание в роботов, те начали сходить с ума. Ну все, все вышло из-под контроля. Ралли Хербер, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't.
She says she's going down into the abyss to find Alpha. I can't bring myself to stop her. Так, понятно. Невозможно установить сообщение. Не отправлено. В общем, она записывала последнее сообщение, и у нее лопнула голова. Говорит, что все вышло из-под контроля. Многие люди ходят, и у них идет из носа кровь, а у некоторых даже из глаз. Вот из глаз это жутко. Так, приказал персонал на станции эвакуироваться. Кто там топает? Ну тихо. Отдай. Изображение. Угу. Не помню, были мы здесь или нет. Здесь точно были, вон до сих пор горит. Это... Не знаю, ходили мы здесь или мы сюда только отправимся. Возможно, это тот самый лифт, который нам нужен. Это коридор куда-то. Может, это уже будет... А, ковчег. Ух ты, какая страшненькая. До свидания, мадам. Блин, такие... С каких-то пор я начал стулья сшибать. Так, ты видел, какие у нее были глазенки огроменные? Такие, И почему мой фонарик постоянно тухнет? Блин, он не появляется. Мы прошли отсюда, так? Угу, пойдем сюда. Так. Нужен энергоблок. Тишина. О, сохранение пошло. До свидания. Знаешь, мне туда еще рано. Но как бы это верный путь? Опа. Шкатулочка с замочком. Очень крепкая. И очень тяжелая, что так далеко не улетает. А что? Мы же вроде все посмотрели здесь, нет? Не, глянь, сколько много всего. Хе-хе-хе, здрасте. Я так чувствую, станция разваливается. Вот эта музычка прям до мурашек доводит. Вот это сейчас был такой переход офигевший. По всему телу мурашки прошли. Да блин, люди. Может, потому что у них реально голов нет, я не могу их прочитать. Ну то есть нет воспоминаний, нет ничего. Это только единственное объяснение. Я же не виноват, что у вас бошки полопались. А чем ты тут занимался? Не, это, конечно, жутко. Но ты прикинь, идешь такой, ничего не делаешь. У тебя болит голова, и потом бабац, и у тебя нет головы. Мухи? Откуда на станции? Мухи. Это выход уже, все. Но другого выхода у нас нет. Придется идти сюда. Опа. Это я могу взять? А куда я это засуну? Так, так, так. Но это... Очистка воздуха какая-то. Фига себе, ты VR создал. Ты помехи создаешь, или кто-то новый? А, ты дышишь еще? Значит, это ты. А чего я не могу потрогать? Он застрял в виртуальной реальности. Блин, главное, чтобы сейчас реально какой-то монстр не появился и не дал мне по башке. Хорошая защита. Что это?
Так, энерго... Друг. Ага, тут должны были быть батареи, но их тут нет. Говорит, защиту надевай, а то током ударит. Сюда не лезь, убьет, руки не суй. А-а-а! Так это, блин, я вначале его заметил, а потом вырубил свет. Я думал, это вон тот мужик шипит. Оказывается, это вот этот шипит. Здесь все заперто. Ну, где-то вот здесь стоит. Эй! Босиком стоит. На башке вроде что-то надето. Какие-то провода. Может, он тоже такой же, как этот, как вон тот стоит, VR-ный. Ёх ты! Это я, что ли, так толкнул ее? Я не мог. Хотя, если вспомнить, как я стул пинал... Да что такое? Это или я ломаю, или нет? У него какие-то ножницы страшные. Фух. Вот это напряжный монстр. Так, здесь что? Тоже сюда не лезь, и тут ничего нет. Возможно, нужно какой-то ключик вставить. Фух, а может, мне уже глючит просто? Я все-таки должен к нему подойти. Я боюсь. Я не понимаю, или это от меня такая реакция? Или нет? Я боюсь, что он сейчас телепортируется сзади меня. Сыкотно, не то слово. Я не знаю, что он делает. Понятно. Ай, ну хоть прогнали его куда-то. Да почему я так все это ломаю? Меня это напрягает. Я еле прикасаюсь, у меня все разлетается. О, это мое. А где мне второй такой же взять? Почему меня так коробит? Я этого не понимаю. Ты на меня там палишь? Я не понял. Она на меня смотрит, да? Так, когда она успокаивается, она вроде закрывает лицо руками. А когда она напряжена, вон, видишь? А когда она напряжена, она руки опускает. Может готовиться к атаке или к чему-то такому. То есть ты понимаешь, что я теперь не выйду? О! Ну вот же отсек, да я сюда воткну. А как я мимо нее буду проходить? Забавные у тебя ножницы. Блин, я реально не пройду никак, да, через нее? Я не знаю.
Я делаю один шаг, она уже напрягает. Может, ее как-то вырубить можно? Хе-хе-хе. Забавная ты девчулька. Ну давай по чуть-чуть двигаться. Да я все равно проиграю сейчас, что ты мне рассказываешь? Я максимум дойду вот до этого угла, и она меня втащит. Давай поделать по шажочку. Это не работает. На звуки не реагирует. Ну то есть не поворачивается. Чё он сказала? Так. Она парикмахер или она все ногти подстригает? Все, молчу, молчу. На эту коробку не среагировала. Ай! Я промахнулся. Какая же ты нудная женщина. Спокойно. Она будет со мной бегать, если я сейчас втоплю? Да ты серьезно, мне теперь шагу ступить нельзя. Я реально маленький шажочек делаю, она на меня уже реагирует. Тихо, тихо. Возможно, ее пытались слить с каким-то с какой-то технологией, то есть металлической приблудой, и у нее поехала крыша окончательно. По-моему, у нее слишком много геля влили. То есть, смотри, большая часть ее тела нормальная, человеческая. Блок мы там забрали. Сюда я не зайду. Так, несмотря на то, что она все время просит с ней подружиться, мы ее все-таки будем сторониться.
Так, мне сюда нужно что-то вставлять или нет? Нет. О-оу. Тихо. Ну вот же у тебя дружище есть. С ним дружи... Непонятно. Так, возможно, она реагирует просто... У нее какой-то есть радиус действия. Кольцо. В радиусе которого я... начинаю слишком много шуметь. Как говорится, до свидания. Но она капец как громко дышит. Ух. А? Отправьте или отравите колодец? Чё-то вообще не понял. Что? Мне показалось, что он там сидел на корточках. Ну, то есть, одна нога опущена, а вторая закинута на коленку. Здесь я был. Ух, какая-то напряжная серия. Мурашечная. Еще и женщина, которая хочет дружить со всеми. Так, успеем, наверное, еще в подвал сходить. И тогда закончим. Ух. Где этот подвал ваш? И, а там сейчас кто-то еще будет, да? Дружелюбный человек. Так, это нижний этаж, да? Здесь должен быть компьютер, на котором я могу что-то активировать, снять карантин. Это вообще, блин, первый этаж, ты чё? Вы что, ребята? Хотя здесь я ничего не сломал, да? Давай. Кто-то слева чавкает. Ну вот, теперь мы научились взламывать компы. Пойдем сюда. Так, тихо. Ребят, мне нужен блок. Энергоблок. Дайте, дайте, дайте. Это что за фигня? Я зашел, я видел какой-то компьютер. Ага, вот он. Извлечь энцефалочип. А как я это сделаю? Подождите, подождите. Нифига непонятно, но очень интересно. Как извлечь? Я хотел предположить, что отсюда поступает энергия вот по этим вот полоскам, также переходит вниз. А, нужны полоски тебе. Тогда вот так, наверное. Здесь ничего не поступает. А должно... Ага. Так, поступает сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда напрямую. Поступает сюда, сюда. Вот сюда. А здесь должна быть какая-то... Вот такая? Только куда она поступает?
Должен же быть вход здесь тоже. Так, бред. Так, фигня. Я не знаю вообще. Пока что предположение ноль. Да ты, блин, я тыкаюсь. Хотя я недолго тыкался, смотри. Понял. Все просто, оказывается. То есть мы первую часть сделали с тобой, а вторую нет? Или я тебя включил? А нафиг я тебя включил, если мне дают это извлечь? Извлечь как? А, вот извлечение, ты понял? Все, робот, замолчи. Смотри. Тогда, как она проходит? Ага. Ага. Все, просто. Чего ты сказал? Так, извлечен. Связи с носителем нет. Хлоп. О, глазенки взял. То есть это был всего лишь чип. А нафиг я с собой какие-то батарейки? Батарейки какие-то таскаю с собой непонятные. Блин, опять мне ко мне мутность пришла. Мужик, ты еще живой. Ух ты, какой красивый. У тебя часы внутри, мужик, ты знаешь? А кукушка у тебя есть во рту? Ха, было бы забавно. Ку-ку, ку-ку. Каждый час, прикинь. Подвинься. Блин, думал, колбаса. Бам. О, не, подожди, рано. Головоломки, глаза. Так, какой-то центр ядра. Блин, ты можешь это делать, когда я смотрю в монитор? Я же реально пропускаю много информации. То, что ты пишешь, пытаешься со мной связаться, общаться. Так, кого-то сильно кроет. Глаза из... Ой, кровь из глаз и всякое такое. Бермудские треугольники. О, машина времени, что ли? Хотя я постоянно ведусь на эти наушники, я хочу послушать. Они не работают. Так, это жижа, гель. То, что у нас было. Ладненько, давайте закончим и продолжим в следующей серии. Да тихо ты, а то сейчас тебе в руку засуну, в тебя будешь молчать потом. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.